В Барнауле прошел первый слет добровольцев преклонного возраста. Его организовал Центр серебряного волонтерства, который недавно открылся в Алтайском крае. Сегодня на площадку для обмена опытом приехало более 150 человек. А вообще по краю насчитывают по меньшей мере 2000 серебряных волонтеров. Серебряные волонтеры благоустраивают села, восстанавливают памятники, следят за брошенными могилами, проводят акции памяти, реставрируют иконы, дарят друг другу книги и картины. И это при условии, что каждому из них 60, 70, 80, 90 лет. Ну, пока работаешь, не чувствуешь. Как вот приляжешь, успокоишься, вечер начинает одно, другое, третье. Они занимаются творчеством, они вовлекают в это творчество подрастающее поколение. И проектов просто не перечислить. Вот сегодня наш слет будет длиться почти 2 часа, и на протяжении этих 2 часов мы очень коротко будем говорить о каждом волонтерском отряде. Один из лучших проектов, по мнению жюри, – распашонка для Маши. Его суть в том, что волонтеры дарят комплект вязаного белья мамам, которые хотели отказаться от своего ребенка в роддоме.